Пожалуйста. Большое спасибо. Прошу. Спасибо. Спасибо. Прошу. Что это? Говяжий консоме. А что это? Консоме готовится с тушеным перцем, нутом, овощами и тефтелями из говядины. Тебе нравится? Да, очень. Очевидно, у вашего шефа талант. Мама тоже делала что-то подобное. Но с мясным фаршем и мятой. Называла это зимним супом. На душе сразу теплее, как это вспомню. Тайлан. Я сегодня такой неловкий. Все в порядке, сейчас все уберут. Бора, ты говорила о своей маме. Разве ты не потерял ее? Да, дорогая, она умерла. Боре нравилось, как готовит мама, он это вспомнил. Да. Все верно. Бора еще ребенок, он до сих пор из-за этого переживает. Тим, я прав? Конечно, ты прав. Да. У моего брата стальные нервы. Но нам, простым смертным, к сожалению, не удается все забыть так легко, как ему. Бора, зачем ты так говоришь? Я думаю, что Тайлан скучает по ней так же сильно, как и ты. Я с этим не спорю. Но он знает, как справиться с болью. Как жить, будто ничего не произошло. Конечно, это же не просто быть Тайланом Гюнебаканом, верно? Бора, прекрати. Приятного ужина. Бора, подожди. Тайлан, может, ты позвонишь ему еще раз? Он рассердился, он не ответит. Я понимаю, что ты не хочешь об этом говорить, но я хочу понять, почему он так поступил. Потерять семью ужасно, но я не понимаю, почему он разозлился на тебя, как будто винит тебя в случившемся. Бора все еще ребенок, очень чувствительный, и не может принять тот факт, что родителей нет. Но ведь уже прошли годы. Родителей невозможно забыть, но он вел себя так, будто они еще живы. Это немного странно. Милая, не волнуйся об этом, пожалуйста. Тайлан, возможно, это меня не касается. Но что происходит между тобой и Борой? Ты можешь сказать мне все. Я знаю. Конечно. Спасибо за твою доброту. Бора неуравновешенный ребенок. И все. Я его прекрасно понимаю. Потому что я очень хорошо знаю, каково жить без мамы. Мне повезло, что я встретил тебя. Я рад, что ты со мной. И хочу сказать, я никогда тебя не отпущу. И всегда буду рядом с тобой. Спокойной ночи. И тебе.